Здравствуйте. Ну, говорите, почему нельзя? А почему можно? Там стоянка разрешенная. А где знак, разрешающий стоянку? На машине сюда нельзя, вы только что, пешком. Вы магазину, что ли, или кто вы? Нет. А кто вы? Я житель города Санкт-Петербург. Меня зовут Владимир. Какой? Чем ты там занимаешься? Смотрю наше новое видео на Ютубе, но реклама надоела. Так отключи ее. Не хочу платить за это. И не надо платить. Достаточно зайти в телеграм-канал по блату. Туда слили с баз многих компаний 50 тысяч служебных промокодов крупнейших сервисов, среди которых YouTube премиум, пожизненная подписка, ВК-бум подписка до 2025 года, поездки на Яндекс.Такси всего за 1 рубль, купон на бесплатную еду в Макдональдс и много других промокодов. Я лично проверил и получил YouTube премиум и ВК-бум бесплатно. Поэтому срочно заходи в телеграм-канал по блату. Туда все это слили. Ссылку я оставлю в описании под этим видео. Активируй промокоды, пока все еще не разобрали. Добрый вечер, дамы. Общественное движение СтопКам СПБ. На тротуар пытаетесь заехать? Нет, здесь нету парковки. Это вот она виновата, представляете? Нет, здесь нету парковки уже давно. Она стерта. Сказала, говорит, не слушайте ее, вы же водитель, вы же должны знать по определению. Какое расстояние, братан? Дай на клетку подать. Просто как к сезону подъехать, я в***. Я, конечно, сам вообще движухой, там еще 2000, по-моему, в 18-м, и ты хуй занимался. Здесь всю дорогу живут, все заезжают нормально. Здесь нету заезда даже. Почему? Вон заезд раз, там. Хорошо, чем у нас тротуар отличается? Тротуар, для чего предназначен? Не, ну тротуар, я могу это все объяснить, я это все прекрасно понимаю. Я же сам говорю, я в 18 году сам вот этой хуйней занимался еще на Светлановске. И так получается, то, что сейчас вы на скорости здесь, заехали, вот здесь, да? Вот, ну да, да. Вот здесь просто вы стопудово этой хуйни не добьетесь, это 100%. А, смотри, сюда приезжают сотрудники ГИБДД, которые эвакуируют автомобили. Вот, которые на Солярис ездят, я их лично рот ебал. Они сюда приедут, нахуй едут. Отвечаю, вот прямо сейчас приедут, я их нахуй пошлю, они уедут отсюда. Ну тогда можешь смело их дождаться. Ну спокойно, можно прямо сейчас. Ну только мы оформим наклейки. Так а что я без машины нахуй занимаюсь? Тетя. Стоит и делает нахуй, да? Я, конечно, это, ну, не по понятию, но в круг не плюют. Там с интеллектом плохо. Что проблема, молодой человек? Проблема в том, что вы на тротуар заехали. Молодой человек, вы уберите, пожалуйста, свой микрофончик, да? Не уберу. Ну, давай будет, не уберу. И что? Ничего, кстати, меньше. И что? Это вам не дает права ездить по тротуару. Вы правила дорожного движения читали? Это вам не дает права ездить вы по тротуару. Вы правила дорожного движения читали? Вот откройте, я пожалуйста, и почитайте. Откройте три группы, понятно, да? У меня плохое состояние здоровья. Дадите, пожалуйста. Нет. Наклейку. Ладно. Девушка, покидайте. Пошел отсюда. Вы мне не стоите. Расстояние держите. Вам было сказано то, что здесь тротуар, вы начали направо давить. И вам всего хорошего. Будете так выражаться, еще получится. Че? Еще раз, будете выражаться нецензурно, получите еще одну наклейку. То, что у вас удостоверение инвалида, ибо еще что-то, это вам не дает права нарушать. Читайте правила дорожного движения, молодой человек, а паркуйся там, где расстояние положено. Иди отсюда, понял? Расстояние. Зачем на человека попадается? Зачем на человека попадается? У меня плохое состояние здоровья. И что? Я вижу баланс, какой у вас плохой, бросайте на людей. Еще раз сказал, правила читайте дорожного движения. Читайте правила дорожного движения. Там четко написано. Тротуар, лимит дороги, предназначен движение пешехода. Еще раз повторяю, там есть исключение. Исключение вставляют аварийные, коммунальные службы, грузы, машины, которые подвозят грузы к торговым коммерческим объектам. Имеются тоже. Нет. Да? Нет. Читайте, уважаемые. Читайте. 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 Не надо бросать. Еще раз сказать, читайте. 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 Давайте. Ну, давайте вам. Что хотите? Вы что-то хотите? То, бросайте на людей. Да? Да. Машину надо сделать. Сделайте. Я гуляю на тротуаре в любом месте. А я стою, как я хочу. Стойте. Нет, пусть стоите здоровье. Я вижу, по вам, какой у нас плохой. Полицию вызовите? Уже вызвали. Вызовите. Вызвали уже. Мы с ним пообщаемся. Приеду, пообщаетесь, вот, да? Машинку покиньте пока. Не, не собираюсь. Покидайте.
Вот полицейский придут, если не буду покидать. Сейчас у нас будет второй стикер на лбовом стекле. Лучше поможете. Попробуйте. Посмотрим. Попробуйте. Посмотрим. Добрый вечер. Общественное движение Стопхам СПБ. На тротуар пытаетесь заехать? На парковку хочу делать. Нету здесь парковки. А где есть парковка? Надо поискать. Это уже проблема водителя, а не пешехода. Да. Хорошо. Конечно, нету проезда. Потому что здесь тротуар. Слушай, здесь всю жизнь машины стояли. 40 лет. Их эвакуируют отсюда. Кто эвакуирует? Сотрудники ГИБДД. Тут всегда приезжали в универсам. Погрузка-разгрузка только. А так у нас нету. Лет тут, как универсам. Я верю. Да, 40. Я просто местный, как бы, знаю. Какой? А какой? Какая вам нужна официально? Или какой-то Стопхам, я так понимаю, вы да? Стоите здесь, как а мы не имеем права стоять на тротуаре? А машины? Это машины Стопхам, не имеют. Они вам табличку повесят. Да? Потом в Ютубе выложат. Ну, вот людям вы делать заняться нечем, да, вот занимаются хоть смотрим. Этим. Вы бы занимались. Занимаюсь, не поверите. Да. Ладно, отойдите, пожалуйста. То... Лучше назад, знаете, спокойненько. Отойди от машины, сказал. А то мне сейчас нога сорвется, я же говорю, у меня вторая группа инвалидности. Он не отойдет. Мне адрес нужно посмотреть, подожди, уважаемый. Вот, ну дом, возьмите, да? Отъедьте назад, припаркуйтесь по правилам, сходите, сейчас, посмотрите. Сейчас посмотрим. Вы тротуар перекрыли. Люди должны вас обходить. Ждем сотрудников полиции. Люди должны вас обходить. Я не... Вторую наклейку готовим. Ну сейчас попробуем. Сейчас при сотрудники полиции будем разговаривать. Попробуй прессовый галончик применить. Попробуй применить спецовый баллончик. Посмотрим, что с тобой будет. Применим. Я еще раз сказал, посмотрим, что с вами будет. Да, конечно. Таких, как вы, боятся. Да, я еще раз говорю, таких, как я, столько, знаешь, конечно. Много. Ну да, которым начхать там всем. Конечно. Мне не начхать, молодой человек, я 20 лет, воевал за свой народ. У меня два ранения, понял, да? Ты салага еще, нахуй, передо мной. И что? Вы понял, да, блядь? Выражайтесь, нормально. Еще раз сказал, ты салага передо мной. Нормально, выражайтесь. Еще раз говорю, ты пешком под стол. Понял, как я под пулями защищал свою родину. И что? Ничего. И что? Ничего. Машину с тротуара убирайте. Я сказал, пока не приедет. Я еще раз говорю, машину с тротуара. Кто такой? Сейчас будет второй стикер на лобовом. Ну, посмотрим. Подойдите. Еще сказал, не сюда. Попробуй. Уже наклеил. Попробуй, сейчас бегаю. Саша, сходи еще. Ты о чем вы снимаете? Мы? Да. Как вам? Люди катаются на машинах по тротуару. Сейчас будут бегать. Вот видите там тротуар? Видите его ширина? И сравните здесь. Сравните там. Убери. Хоть 3 метра, хоть полтора. Вы просто логически. Вот люди здесь для чего приезжают? Сюда пешком приходят. Нет, сюда, вот сюда, для чего? В магазин идут. Да, идут, все верно. Совершенно идут. Верно. Машину здесь поставил, а теперь людям куда идти? Нельзя здесь ставить машину. Так вы знак это покажите. Как бы назло людям делаете. Вы знак покажите, уважаемый. Покажите, что можно. Правила читайте. Прочитайте правила. И что там написано? Что? Ширина тротуара какова? У нас никак она не регламентируется правилами дорожного движения тротуара. Почему? Строительными нормами она регламентируется. Причем здесь строительные вон, нормы вон, и видите, правила видите, дорожного видите, движения. Ширина. И здесь. У нас Дворцовая площадь какой ширины? У тебя родители есть? Есть у меня родители. И что ты хочешь сказать? Уходит. Да ладно. Серьезно. Вы кого представляете? Пешеходов. Вы просто свободны. Да не надо, кто вам заплатил, ребята? 30 лет здесь была парковка. Понимаете, у вас в помине еще не было. Правильно. Спроси любого аборигена, кто здесь живет. Вот тротуар, ширина тротуара, видите? Да. И сравните здесь. И что? Да ничего, просто по строительным нормам, которые здесь градозастройки. Ну, строительные нормы, а правила дорожного движения. Вот понимаете? Так в том-то и дело. А для чего тогда вы сюда пришли? Чтобы машины не ездили по тротуару. Девушка, уберите свою камеру. Я вам русским языком говорю. Вот только попробуйте еще перцовым полочкой меня пихнуть. И тогда у вас статья точно уголовного кодекса нет, светит. Уголовную не светит. Светит, уважаемые. Очень даже будет светить. Вы даже не представляете. Не я будет. Вас посажу. Я вам гарантирую. Вы станете сажать. Посмотрите. Не первый год это слышал. Еще раз говорю, посмотрим. Не угрожали. Перцовым газом угрожали. Здравствуйте. Ну кто им угрожал? Это мы не стало, он угрожал. Понятно. Мы сказали, что если можно. Он будет нападать, то мы будем вынуждены применить это перцовый понятно, баллон. Господи. Рабочий полиции, кстати, Максим Владимирович. Угу. От нас что, паспорт водительский подойдет? Да, вполне. Пожалуйста. Данные ваши запишу. Пожалуйста. Лишь, подойди. Ну, не нужно ваше удостоверение. Удостоверяющий лишь либо паспорт, либо права. Паспорт у меня с собой нет. Хотя бы водительское. Водительское удостоверение тоже с собой нет.
Мне не нужно ваше ничего. Еще раз говорю, это не документы. Вот еще раз говорю, пойдемте в отдел полиции, там будем разбираться. Сотрудниками ГАИ за нарушение правил дорожного движения. Мы пока поставим здесь. Ну подожди. Уберите, молодой человек, свою камеру. Уберите, пожалуйста. Уберите. Уберите этого общественника. Мы будем разбираться с сотрубниками полиции. Какое основание нужно убрать? Вам что-то не нравится, это ваши личные трудности. Эти товарищи совершили противоправные действия, не дают разворачиваться, кидаются на капот. Деньги вымогали, наверное, не знаю, будут вымогать. Такое мы слышим впервые. Да, ну так вы знаете, вы, человек разворачивается, пытается отъехать, вы не даете. Сдает назад, вы не даете. Почему вам не давали? Вы даете вперед проехать, здесь машина стояла, вы не даете проехать. Что? Мы вам давали. Ну мы потом запись посмотрим, елки-палки, затребуем вашу запись, которая. И посмотрим. Но мы это предоставим свою видеозапись. Ну отлично. Так вам ее смотреть никто не даст. Ездить здесь просто недопустимо. Не то, что у меня лично тоже машина, но я уважаю других людей и совершенно поддерживаю. Потому что мы вот и прям вот бампером вот такого плана люди, они просто вот взад просто. Я вот прекрасно понимаю. Просто обновление. Если человек не может ходить пешком, то это его проблема. Потому что он везде на машине, уже скоро в подъезд будет приезжать. Ваш автомобиль? А я машина. Нарушение понятно. А вы знаете, я не успел даже припарковаться. Ну вы уже на тротуаре. Ну вот я разворачивался. Вот я заехал. Заехал. Вот так вот. Мужчина заехал. Разворачивался. Сейчас на тротуаре находится. А я здесь поставил, потому что меня как они не дали выезжать. Наряд ППС? Нет, наряд ППС я вызвал. Сотрудника полиции вызвал я. Так, ну давайте, значит, водительские свидетельства. Ну поехали в отдел полиции. А зачем? Ну тоже там будут писать заявление, товарищи. Вот. Так они меня вас ссылают сюда. Не, я только нарушение, за нарушение выпишу, а отдел полиции вы можете выставить, мы проследовали даже. Вот никто не держит. Да? Нет, я вам даю удостоверение, даю говорит второй группы. Нет, я вам сказал водительские свидетельства. Даю свидетельство и водительское. Я так полагаю, вам же предложили, наверное? Нет, мне не успели ничего предложить. Вопрос банально вот. Простой. Они легли на капот. Не дали вы водительские свидетельства. Доставайте. Понимаете? Обратил внимание, у него срезанный уголок на водительском удостоверении. Наверняка какой-то знак. Товарищ старший лейтенант. Да. Я думаю, как бы он сказал, давайте я вам объясню. Заехал вот я сюда. Нет нарушения, понятно. А так он же наезд совершил. После наезда он получил наклейку. Филипп, вот на человека, вот здесь совершил наезд, получил вам, наклейку. Вам оформить надо ДТП. Да. Я ребят, вы что творите-то, а? Вы что за беспредел-то творите? Вы что за беспредел-то творите? Ну камеры же есть, все будет показано. Ну вот. У нас нет уважения, взаимоуважения. То есть мы. Знаете, чтобы появилось это взаимоуважение, это надо время, это надо объясняться да, людям. Я согласна. Мы это и пытаемся это сделать. Но я объясняю, во всяком случае, своему сыну. Это. Какой беспредел? Давайте с вами пообщаемся. Вот посмотрите. Вот, посмотрите. Чем мешала Магазин. Здесь стоянка автомобиля? У меня два раза эвакуировали. По стоянке, да? Да, конечно. Это все против Путина. Смотрите, чем здесь мешали машины? Это есть сбор денег и пополнение бюджета Санкт-Петербурга. Зачем это делают? Но это же не мы делаем. Это правильно? Для обострения обстановки все. Это вот... дестабилизация. Вы не кричите, мы спокойно же разговариваем. Да ладно. Людей сбивают, фиг знает где. И на пешеходе, и возле дома, и везде. Но... Везде сбивают, но тротуар-то все-таки... Ну не может быть пешеходный ну, как переход. Может быть? Может быть, спокойно. Да ну. У нас нету определения, смотри, сколько глупости. Он должен быть. Это глупости. Давайте, удачи вам. Ну, все это говно делать. Ангажируйте дальше. С вас объяснение. Сегодняшняя дата, время текущее, заполнение. Здесь начинаете, здесь свои данные заполняете. Я такой, сегодня такого числа, во столько-то времени. Здесь находился. Можете описать ситуацию, как бы все остальное. Как все произошло. Спачкал кофту. Такую-то, такую-то. Оцениваю свой материальный ущерб. Там такую-то сумму готов предоставить по запросу ГИБДД. Чеки и видеофиксация. Да, после да, химчистки и все остальное. Дальше, свидетели, если есть, указали какие. Про пострадавших мы вот указали, что их нету, но пострадали ваши вещи. Со схемой ДТП согласен. При оформлении присутствовал, претензии ко мне имею, не имею. Написано мною собственноручно. Заключительно ваша фраза объяснений. На днях состоялось заседание мирового суда Приморского района, результатом которого водитель автомобиля Ford Mondeo, который сбил нашего активиста на тротуаре и прокатил его на капоте, лишен права управления транспортным средством сроком на 1 год.